Так, по-моему, у нас уже вайп-отряд. Знаешь почему? Потому что у нас нет креста, а кто будет это? Декурсить на первом боссе, условно. Дети кака, блять, кто? Че надо? Диспелить. Ебать, всех что ли? Ну вот именно. Да. Блядь, у меня аддона нет. Ну, скачай, значит. А вон у нас вон есть ссылка аддон, и там есть декурсия. Либо хилбот поставить. Но там нет хилбота. Ставь вуду, я уже говорил много раз. Блять, такая куча аддонов, так неохота настраивать это. Там нечего настраивать, там 2 минуты. Ты про вуду говорил, где его скачать можно? Что я у нас не увидел. Потом. Да, ты скидывал? Я просил скинуть эти книги. Блять. Вуду просто 335 набираешь в интернете и скачиваешь, и все. Вуду 335 на русском. Интересно, есть вуду на Сирус? Ну-ка. Вуду на Сирус. Он ничем не отличается. Вудху для Сируса. Вытащи просто обычные фреймы. Вот открывай рейд. Вытаскивай группа 1, группа 2, блять. Нажимай на людей и нажимай очищение или что там это. Диспел эту хуйню и все, блять. И похуй вообще на все. Ничего сложного. Ну если не диспелить, просто дамага больше по людям будет. Может шотнуть кого-то. А на каком боссе диспел нужно? На этом? Вот на этом. Да. На этом самом. Че, на этом же можно без сопрота еще, да? Да хуй знает. Ща посмотрим. Будем падать, чем-нибудь выпьем. А так похуй. Хуй знает. Должно все хватать, десятки. Так, какую метку диспелить надо? Там никакие метки, просто магия. Ну, там увидишь. Ну, сам увидишь, ты не бей, не дамаж, ничего, просто посмотри. Нужно было собаку первую завалить. Да похуй. Че, киса, готов? Да, готов. Я в ДБМ не нашел этот ТТГ. Либо старый, либо что. ДБМ? Угу. Это вот, который я тебе давал? Там Толгородская тюрьма. Открывай гнев короля Лича, и там сам внизу будет. Вот, все увидел. А, историю размыть будет, пожалуйста. Сейчас давайте я это сам сделаю. Нет, блядь, телефон нельзя. Блин, я, короче, случайно пролил на клавиатуру воду. Побежал быстро переворачивать ноутбук, все такое. И мне микрофон на фоне. А, ну типа у меня сейчас микрофон наушников, а так включился микрофон этого ноутбука. Я типа быстро начал все выдергивать, начал переворачивать, чтобы ничего не попало туда. Отвернитесь. Вы... Блин, проебал. Уйдите. Отвернитесь. Вы умрете. Пойдите. Вы
там трубки далеко. Отвернитесь. Отойдите. Блять, лужу во мне разлили. О, все. Мы попадали. Че, бля, я только бегаю, диспелю, ебать, даже, блядь, не вижу, когда он что кастует. Тут. Ну, сколько там предиспелил? Интересно. 17. Нахуя. Ну-ка, может, таргет взять? Так. Потише как-то можем добавим сделать? Нет. Всю игру тише делать надо. Кстати, а кто-нибудь знает вот эти вот полоски, которые где дебафы вешаются в верхнем правом углу, где вот VIP, ага. Там премиум. Можно как-то сместить вот эти ДММовские полоски? Ну, типа как-то можно. А то, блядь, они загораживают. Ты имеешь в виду сами ДБМовские эти полоски, да? Да, как ты их сместить в сторону. Открываешь ДБМ, выбираешь там настройки, там настройки индикатора. Справа вверху передвинь меня. И, ну, двигаешь. Ну ладно, потом попробую как-то. Ну вот, все работает. Отлично. Перетащите. 3, 2, 1. Отвернитесь. Отойдите. Отвернитесь. Вы умрете. Отвернитесь. Отойдите. Отвернитесь.
Отойдите. Отвернитесь. Отойдите. Отвернитесь. Отойдите. Отвернитесь. Вы умрете. Блять, возвращался в рейд, сука, посмотрел на него. Да. Отойдите, отвернитесь. Отвернитесь. Поливаем. Фух, бля. Фух, фух. На великая победа Орды. Выпадает нихуя. С палачом ГЦ. Который, по-моему, никому не нужен, поэтому Войт его может забирать. А Вилаша не надо? Бошку, бошку. Ну, возьму, если никому не нужен. Ну, давай, забирай. И в итоге она расплыл. А в нижний ДД спек будешь побольше дамажить. БДК там или анхолик какой-то. Так он ФДК вообще. Его там. Ладно. Взяла, что игру палать. Смог пойдет в целом. Кристалл, смотрите там на что-то толковое, если выпадет за юзы. Да. И так тебе кристалл нужен? Ну, пока нужен. Сейчас, может, если, короче, ничего не выпадет, я отдам его. Так, а на этом боссе надо диспелить? Нет. Можешь дамажить. Там знаете всю хуйню, да? А сапроты есть у кого-нибудь? Да, кидай на вас. Я не пуляю ее спекнусь.
Спасибо. Слушай, два соска, ой, два носка, ты это... Где-то ты мне говорил, огнелист падает, да, в Борийской тундре? Ага. И что, ты летал его, не нашел вообще? Всю локу, блядь, излетал. Так его забирай. Я тебе могу точку показать потом. Огнелист — это... Трава. Дайте колову. Я думал, гинезевки. Это сапроты делаются. Из этого. Огнелист. Так, баф, по вообще... кому? По кому? По локу каску дай. Потом паладин. По магу каску. 3. Так, а что делать с этими минут? Челами? В угол и убивать их? Они разливаются. Они в тебя ударяют и разливают. Нет, они сами от тебя разливаются. Просто... Так, можно Геру давать, в принципе, там 40%. Так, бублик разлил рядом, отойдите. Когда скажут забегать, вот в этот бублик надо будет бежать всем. О, тут ДБМ прям гудит. У 25-ки такого не было. Так, скоро уже забегать надо будет в этот бублик. Погружение. Да, прожмитесь и в бублик бегом. Все, дайте Геру, пожалуйста. И добивайте. В принципе, можем убивать. Бля, пау, не ваша. Блять, свер до хуя прям. Да. Блять, еще эта хуйня. Давайте, добивайте, лям. А, вы бегите, Вадикон. Ладно. Может, сверки? Ну, ладно. Сейчас я вас не понимаю. Вот у вас тело сдохло, вы стоите, не резаете, вы меня ждете? У вас два БРа. Почему не резаете? Зачем меня ждете? Десятки. Одно тело лежит. Второе сдохло наполовине. Второй могли резнуть. СС дайте кому-то. Пусть знает. Вздыхаешь, что, ложный не нажал, что ли?
Тут не убить, а ДПС отхуище. Ну, он умер, топа. Ну вот. Отбежать надо от лужи, ложный нажать. Все знаете, все были тут. А у вас АСК то же самое. Ты им скажи синтек, и сам ресай, и водикону сначала, потом сам ресай. И Викторка дай СС там по кому-нибудь, кто знает. По водикону дай. Мастер Ауру. Вообще можно, нужно здесь сдавать? Да, на тьму. А когда? В любое время? И когда в бублики заходим? Нет, когда вот мы в эти бублики заходим, надо будет тебе прожать. Потому что в них мы стоим, исцеление уменьшается на 80%, ты еще урон получаешь. Доспех поставь другой, два соска. Меньше получать дамаг. Все как в 25-ке, выживать здесь надо. И ДПСить. Бля, я вообще не понял, почему я умер сейчас. Посмотрел. Лужи ты умер. Нет, нет, не от лужи я умер. Да, от лужи. Вон, видишь, там теневой колодец. Или блядь, это... мне показывают другое. А, нет, нет. Теневой колодец и другое. Колодец это бублики. Да, да. Я не от бублика умер. Ну, тебя не могли прокилить, а ты там что-то поставил, короче. Так, бегут эти слизни, скорее всего, на Войда. Так что милики отойдут. Так, и кисты я резну. Погружение будет скоро, да? Да, скоро будет погружение. Как сотку он наберет. Все, сбегаем. Пизда. Блять. Че за ебаня, блять? Это пиздец какой-то. Вот это тайминги. Блять, они накладываются друг на друга. Не повезло, он либо мог сейчас это прокрутиться, дыхнуть, урон нанести, либо вот эту хуйню разбить. Крутится он каждые 30 секунд. Включайте таймер, смотрите. Да там не по таймеру, он это 100 раги набирает, и он либо... Не, первым... первое всегда он, короче, этот... лучше делает, потом он дышит. По идее. Бля, если я не зайду в глыбу, он меня... Ой, в эту... В сферу если не зайду, зайдешь... он меня в глыбе сотрет? Да-да. Глыба, бабл, ничего не помогает. Я, кстати, в бублик зашел, в бабле, и он меня убил.
Ну да, потому что бабл не работает. Так я в бублике был. Ну что, ты прожал бабл, поэтому бублик не считался. Ах, вон оно как. И то же самое с глыбой. Если ты прожимаешь глыбу, то не считается бублик, и, соответственно, тоже умираешь. Там нет, даже написано, что, типа, что-то было написано. Сейчас был хороший пул. Да, просто не повезло. Ну и КД у нас. 5, 4, 3, 2, 1. Видите, вот это лужа черная, она сейчас сорву дойдет. Ну что, падаем? Что? Дыхание мрака. Тот... Сейчас, кстати, не сбрасываются эти баф. Баф сбрасываются, он просто босс еще не появился. Нет, не сбрасываются. Они что-то там сделали. Ну ладно, как скажешь. Ну смотри, ну бафы на нас. Ну вот рок этого на нас. Я сегодня в ГМ в обычке был, там сагрили этих мобов, которые за решеткой под, куп... ну, под куполом магика. И ничего, бафы остались на месте. Ну, значит, починили. Исправили. Исправление. Так, погодите, я же не бафнул вас. На касочку. Чё, подымите его. Да, вырвемся. КД 4 минуты еще. Так, субстанции подходят тоже опять на воиды, так что аккуратно. Вы будете его поднимать? КД, говорю, еще раз. 3 минуты. А, и слышно просто. Хорошо. Древнее проклятие. Развейте аккуратно. Киса помер. Чего мы там?
теневой колодец. С колодца выходить быстрее надо. В колодце минус 80% от хила. Ну или хила спекайте, или я не знаю. Или получше дефайтесь как-то. Или сферу, сферу, да, кто-то не закрыл. Да. У меня последний урон от сферы был. Сферы надо закрывать. Волны мрака, сферы тьмы. Два соска с лужи не выходит. Да, опять там вырывающаяся тьма. Наверное, не видно тебе лужу черную эту. Блять, я выходил с нее. Я не понимаю, почему так. Дальше, я вышел, дальше, я прям за нее прошел. Дальше выйди, значит. Надо дальше выходить. Лучше не прыгать, потому что когда прыгаешь, там может прыгать неправильно отображаться. Наверное. Спасибо за жизнь. Камни возьмите. Дохните, пиздец. Ну, я не знаю, кто вас хилить будет. Пускай Ретрик он хилит, хуй знает. Если вздыхаете. Ну, с урона-то хватает вообще за глаза. Если не умирать. Да что ты как-то не ведешь, что ли, я не знаю. А ты же Иридар, у тебя как работает это сопротивление магии Акиса? 40 ко всем дают. А и все? Ничего прожимать не надо даже? Нет, постоянка. Вот. Что-то как-то тебя сильно пробивает, что ли, я не знаю. Есть вариант ключ сбегать купить. 5, 4, 3, 2, 1. Вот сейчас сфера в мелизоне, видите? Да. Ну и чё? Видим. Надо отбежать от нее? Нет. Не, наоборот, её закрывать. Закрыть. Если её... Вот сфера в ромбике. Я закрою, закрою, закрою. Так, субстанции на кого-то идут. Два носка. Отходи. Отходим по возможности милики от сфер. Не дамажит. На бубликах раньше сразу с них выходить. Ужас. Вы не понимаете, да, что сфера дамажит вас? Да, в этот раз их не сфера убила. Там, короче, щупальца дамажит. Надо от них отбежать. Ну вот. Вот. Сфера от щупалец отбегать. Да, Рёксарона вот убил. Бля, он вообще какой-то сегодня кайфовый по таймингу. На меня бежит эта хуйня. Я ее разливаю, блядь.
У меня кидается метка, и в этот момент, блядь, лужа нахуй подо мной полностью вся. Стою глыбы, блядь, разливаю эту сферу ебучую. Выхожу и умираю, все из глыбы, блядь. Ничего не успел сделать. Что сегодня с таймингами, блядь, с ним? Я хуй знает, я первый раз такое вижу. И Геру на 30% давать, на 35%. Рыба, есть кого-то поставить? Природную стремительность юзаешь, Акиса? Ну, когда успеваю. Ставлю рыбу. Еще есть 3 штуки. Титикака, вспышек по себе хотя бы побольше давай. Святость что-то юзаешь защитное там. ШВ там хуй знает. Ну, только Вадикону хилить помогать. Тут вариантов как бы нету. Вадикон, так что покровительство и вперед. Иначе будете дохнуть пока, да? Вадикон. Давай, поднимай. Все, Вадикон поснял. Каску. На меня пидоры эти идут. От сфер, от щупалец отходим, не забывайте. Стой, стой, куда ты убежала от сферы? Кто ее закрывает? Все исчезло. Вот проклятие, выбежали. Вместе не стойте, бублики. Вы сразу вышли с них. Ой, что-то далеко поставили. Вот от сферы уйдите, РДД, блядь. Сферы 12 метров рейндж, уйдите от них. Ну так подохните, блядь. Да нет, не надо. Сейчас он погружение во мрак прокастует, после него это Геру. Короче, дал не зыбку. Готовимся заходить. Захильтесь на фул. Ну тебе и Гера, блядь. Вайп нах. Да вы до погружения сдохли. Надо наоборот. Геру потом максимально бурстить и выживать. А после погружения просто выходить и добивать. Может, Гера не Гера, похуй. Надо выжить. У вас сдохло
5 человек, и там уже, ну, на 4 человека герой никак не дашь. Ну и смысл. Хилы сдохли. Мы просто упадем. А пока еще рыба стоит, ешьте. Смотрите полученный урон, от чего вы дохнете. Дыхание, мрака, взрывающаяся тьма. Два соска вот по КД взрывается на черной луже. Ты не видишь, да, где черная лужа? Нет, я вижу, где она. Ты по КД получаешь урон от темной лужи, от взрывающейся тьмы. Черный пол такой. Ты по КД получаешь урон. Вот сколько траев не смотрю. Давай так, стой в кружке в воде кони. У него урона полученного от черной лужи нету, если тебе это трудно. Больше всего дамажит сфера тьмы, которая в конце появляется, вот эти шарики крутящиеся с шадоу болтами. Они больше всего вас дамажат, они вас вайпают, они вас убивают. В конце милики с ИВ оставляйте там ШВ, панцирь, незыбку, всю хуйню на эти сферы, ну чтоб подамажить. А если их две штуки, лучше уйдите с милизоны. Постойте, выживите. Подождите там, когда босс отойдет от сфер. Дамага для зерга нету, надо выжить. Мы падаем до погружения еще. Вы кричите, когда я геру, чтобы я просто не смотрю на босс жизни. Субстанции идет. Сейчас на вас, милики, хлопну. Отходим отсюда. Немножко рейндж меняйте. Расстановку. От бублики. В одной точке не налейте. Давай геру. Сразу вышли. Вот это почему три хуйни, блять? Вы что, не понимаете? Нам в один надо заходить. Вот видите сферы, это не дамажит, отходим от них. Перемещаемся, вы двигаться будете? Вот еще проклятие, рейндж между собой набрали, не бегайте по 3 и по 2, блядь. И сразу, вот оно раскинулось, выходите с него, вас не можно захилить. Вот возле бублика станьте, возле одного. Сдохните. Дал незыбку. Сейчас погружение будет. Погружение. Там стаунти босс, ага. Я тебя резнул, давай. Из бубликов сразу выйдите и добивайте.
Раша ебаная. Ну вот что не напало. Самое время начать собирать. Два соска, ГЦ, да? Чё там? Два носка уже. Блять, никак не привык. На посох? Кто выиграл? На посох неплохой, блять, но там... Чё, кто выиграл посох? Дикон. Вадикон? ГЦ Вадикон, значит. ГЦ Вадикон, значит, да. А кристалл? Кристалл кто-то другой получил. Я отдам, если сейчас с этого тоже ничего не выпадет. Здесь запы должны выпасть, по идее. По-моему, кристалл получает синтек второй. Да? Или нет? Нет. Нет, нельзя кристалл больше одного в сумке. Я получил кристалл пропасти. Там шмотку распылили. А. Напало. Ну вот как сейчас расположена группа. Вторая пати РДД, первая пати Мири. Надеюсь, вы знаете, что делать. Батя, он 71-й апается, да, посох? Угу, да. Где-то 130, да, наверное, крита и скорости будет. Уже 140, наверное. Ну да, он не сильно уступает этому. Взломан. Ну, там не хватает 40 скорости, по-моему, и одного этого... Сакета. Но зато. Ну, сакета точно. Нет, короче, хосты чуть меньше будет. 40 хосты не хватает, сакета, но зато больше интеллекта где-то раз на 50, наверное, в 50. Да, да, да. Там, короче, да, по-моему, вместо хосты идет больше интеллекта, и нет одного сокета. И все, короче. Подожди, не пуля, я спекнусь. Так, здесь какую поставить ауру? Сосредоточение. Да, на каст. Да, ауру на сосредоточение поставь. Так, кто там сбор? Каску в сове. Вот прыгает. И по локу тоже. Звездочка. И по локу вот звездочка. А, кто танчит? Войд, кинь, пожалуйста, на себя метку. 4, 3, 2, 1. Да вот я уж... Звездочку поставил ему. Отойдите. Отлично. Так, на ком метка? Кто с меткой? С собакой. Свят был. Поднимите свят? Нет, нельзя резать. Так. Это хуйня. Конфликт. С кем? Да я походу, блядь. Нас... Сука, я никак не могу, блядь, запомнить нахуй. Куда бежать, блядь? Бежать? Ну, когда... Встань за моей спиной. Встань за моей спиной и смотри. Смотри, ну вот, короче, если смотреть от входа, милики все двигаются в основном влево. Да а, я не прав. ДДшники смотрят, это, двигаются вправо.
И ну, куда тогда, когда эти рельсы появляются, блядь? Я тебе говорю, встань за моей спиной и смотри. Не бей, просто смотри. И делай, как я делаю. Ребят, вопрос. Когда мы сходимся в метку для РДД и появляется лужа, в луже оставаться или выходить? Конечно, выходить. Она же дамажит. Ну, мало ли, там тоже урон делит. Мы просто делим урон. Я то просто взрыв не помню. И то же самое. И три человека надо, два не хватает. Вот если бы ты Святос с ШВ прожал, у тебя Святос есть макросы на одевание щита и ШВ нажать? Ну, Свят, да, он бы выжил, если бы он ШВ прожал. Тебе надо обязательно это все иметь. Тебе надо сделать так, чтобы тебе было удобно и бегать, и нажимать. А, в гипсе. У тебя рука в гипсе, что ли? Ну, ебать. Понятно. Ну как-то сделай, хуй знает, хотя бы мышкой ебани. А как ты одной рукой хуй играешь какой-то, что ли? Блять, пяткой играешь. Ну короче, поставь назначение клавиш, поставь на пробел и на какую-нибудь букву на клавиатуре макрос с одеванием щита и одеванием обратно двуручек. Рыбу. К смене стоек привяжи эту хуйню. Чтобы ты, нажимая пробел, мог прыгать, потом АСВД бегать и эту хуйню нажать. Вот избежался, прожал бы ШВ, потом бы прыгал, вышел с лужи с этой. И нормально было бы. Ну да, тут либо тебе надо как-то же ШВ успеть включить, либо сбежаться. В целом милики могут как бы за жопой стоять. Не знаю, почему все время Вот, вот ты умениями попадаешь? Да. Ну вот. А там, блядь, ДДшники, они все буквально вплотную к фрейму стоят. Ну их проблема. Проблема. Поезда. Вот по бокам вам места милики. К миликам не подходите, РДД подальше будете. Заденете их, и конфликт будет. Видите, как, а где дамаг? Чего получаешь? Так, забежите с собой. Ресай его, Вадикон, чё вы? Да, я... можешь меня резнуть. Меня резнуть, я эту отбегу, у меня там ход. Даже если... выберет хуйню. Оп. Смотри, метки пока нет на тебя и то будет вешаться. Да, я уже вижу. О, ключ помог. Рельс. Не помог. Блять. Так, скажите, на каком стаке дают РДД фир? Давайте заново. На третьем.
А чё у вас? У вас же... Можно же было еще. Не, не надо. Ребят. На третьем. У миликов есть, они стоят три стака, они это... Станется... В ЭТРД тоже есть, они... Двигаются, если они не ловят... двигаются, на каком стаке именно дают фир? На третьем, если они двигаются. У меня сейчас было 6, и меня фир не кидало. Ну, хуй знает. Да, это не то. У тебя есть два вида стаков. Первый стак за то, что ты двигаешься, и ты получаешь стаки, и по тебе уменьшается исцеление. А второе, да, это периодическое. Если ты будешь долго двигаться, у тебя будут накапливаться стаки. И как только этих стаков станет 3, тебя все, тебя типа ты будешь двигаться. Я их еще просто не видел, я понял. Рыбу ставлю, у меня последняя, если что. Тут нехуй бить. Не знаю, почему вы дохнете. Из кольца выбежать, блять, и метку сбежаться, блять. От лучей отбежать. Все, пизда. Вся механика. Справедливо. 5, 4, 3, 2, 1. Сбегаемся, блядь, в метку. Рельсы. А, я вас вайпнул тогда. А чё, откуда попал? В стан. Точно не дамажит? Или там пофиксили? Там, если упираться в стену, неудобно выбегать. И в обзор хуёвый. Ну так поезда не дамажит. Попробуем, мне кто-то говорил, там типа можно задом идти в стену и нормально. Во время поездов? Всегда. Всегда, ну, да? Ну, для танка. А кисы, чё у тебя? Назад отойди, ты зачем так близко подошёл к нему? Я не достаю войды. Я в стену уперся. В стену уперся, ну я его тоже, кстати, не достаю. Вот Рост достает. Я пока не могу использовать эту способность.
Так, Мири, отойдите. Сбегите с меня. РДД, сбегитесь. Еще один. Поезда. Блять, еще бы прохилить его достать. Ну все. Че, никак ближе встать не получается, что ли? Ну Акиса пробовал. Но там если милики улетят, то пизда. Буквально обстрел. Свалился, босс. Угу. Здесь все еще нужен саппорт? Ну, да. Заканчивается, не знаю, перепивать. Да, не знаю. А от чего тут саппорт поможет? Ну, от всего, от всей магии. Ну, колодец тьмы, допустим. А у нас? Что у нас? Тут все магия. Тут все магия. Огонь и тьма. Ну ладно. Да-да, наверное. Почему не огонь и лед? Больше логики было бы. Ну, огонь там двигаться, лед двигаться. Ну, скверно это точно не лед. Не, ну пёс же пожиратель магию. Как сбежить, РД. И вправо. Поезда. Передвигайтесь, освободите нам место. Отходи. Акиса, отходи. Иди отсюда. Место нам освобождайте. Бежите, РДД. Релиз. Ой, блядь, пизда нам.
Только аккуратно в лужу не попадите, это черное. Берни, Макс. Я не могу. Не надо. От нас это отбегите, нам место дай. А вот где сова, туда подойдите, РТД. Если вас в лужу выкинет, то будет конфликт стихии. Сука, блядь, было близко. Да, было очень близко. Да, кстати, Гера не было все это время. Ну давай, Геру, я не знаю. Так, ну-ка влево отойдите. Вот. Ух, на лимитах прям вообще. Вот этот обстрел пережите, да? Лучи. О, блядь. Все. Со всех сторон сажало. Киса хиль. У вас там метка, не сдохните все вместе. Вы умрете. 300 000 осталось. Пиздец. Давай, Вой, тащи! Давайте, добивайте, блядь. А еще Вуля призвали. Киса, хиль Войда, давай, давай, давай. Вы умрете. А чё, зомби не помогут, кстати? КД уже. Блять, вот бы сервер упал, пожалуйста, нахуй. И чё будет тогда? Ну мы сделаем скриншот, что хотя бы ебать 1%. Там пол рейда еще живых должно быть, по-моему. У нас воет считается за пол рейда. Пока. Охуеть. Ебать, легенду нахуй. Я думаю, это надо записать в историю гильдии. Охуеть просто. О, мои запы выпали. Ебать, все. Силы заклинаний. Да. Да, круто. И после всего этого, да, круто. Да, ебать, все равно. Ну просто она дамажит мало.
У меня отхил есть, эти удары смерти, там все откатывалось. Ну, давал, что мог. Правда, вот это петуха своего я призвал, и что-то то или его убило, то ли что, не успел его съесть, там нужны силы рун. А у нас что, 2 ДД сразу упал? А хуй знает. Да, нет. запишем на ролик, сделаем. На первой минуте Вилаш умер. На второй минуте 33 Титикака 2 носка. Конфликт стихии оба словили. Оба словили? Ну, Титикака и 2 носка, да, они словили конфликт.